Яу, всем здорово, друзья, с вами Ял. Сегодня мы пойдем на концерт Трэвис Скотт Astronomical в Фортнайте. Это очень крутое событие, сразу скажу, что мы уже были на этом концерте, мы его стримили, но, к сожалению, почему-то наше лобби не запустилось вовремя. Просто в катке концерт не запустился, да? Оу. Да ладно, меня... Нам не пустят автобус? Концерт там идет! Удалось попасть на него только на вторую часть, то есть посмотреть только половину концерта. Так что сегодня, я надеюсь, мы посмотрим его от начала и до конца. Так что ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И, черт возьми, такие события в играх должны проходить чаще. Погнали! Такс, окей, друзья, ну что ж, до начала шоу 2 минуты. Я уже на сервере, я уже в лобби. Надеюсь, что у меня на этот раз ничего не забагуется, ничего не вылетит. И мы все-таки посмотрим шоу от начала и до самого конца. Какое бы выбрать место для просмотра этого всего действа? А, может быть, к сцене ближе подойти? Вот я не знаю. 3, 2, 1. Погнали, друзья. Ну что? Уже скоро. Так. Пока ничего не происходит. Оу. Оу. Это Astroworld. Попытаемся найти здесь какие-нибудь пасхалки. О, появилось. Это типа его снимают. Да? Как он летит. Блин, это круто. Давайте просто смотреть и наслаждаться. Несмотря на то, что это все заскриптовано, все равно очень большое ощущение, как будто бы это реально в прямом эфире происходит. Приближается. Давайте подойдем. Вау. Так, окей, экран рассеялся. Psycho Mode. Это Psycho Mode вроде. Офигеть, он прям сюда прилетел. Дрейк. Дрейк подрубился. Окей, эта штука взлетела вверх. Кому? О, на меня не наступи! На меня! Ну, он чуть не наступил на меня! Офигеть! Он прямо за меня стал! Отойди отсюда! Блин, вот это гличи крутые. А я маленькая версия. Я маленький Трэвис. Я по воде, кстати, бегаю. Во-во-во, это что за штукенция? Во-во-во-во-во. Офигеть. Он огромный. Оу, мы теперь летаем, прыгаем. Он просто ходит по карте. Может, он ее сейчас бутснет как-нибудь и появится старая карта? Было бы круто.
знаете, с какого-нибудь там второго, третьего сезона. Или с первого вообще. Я первую, кстати, не видел. Блин, это круто. Что происходит, блин? Охренеть. О, все взорвалось. Окей, вот, да. Охренеть. Все горит. Блин, очень круто сделано. О, я опять у него! Я у него между ног! Я у него в ноге! Я прям в ноге бег! Блин, жесть. Так, окей, он залагал, походу, все, да? Давай следующий трек. Но я, кстати, по-моему, отсюда. Блин, вот это офигенный трек. А это эти американские горки, да? Роллер-костеры или как они там называются? Вау, вау. Pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text, kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Doheny. Yeah, oh no, I can't with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucing in the city, don't get misinformed. Охренительно. О, он упал в воду. Воу-воу-воу-воу-воу, мы под водой. Я где-то видел, что есть анимация, прям как ты плывешь в Fortnite. Это такая небольшая отсылочка. Кстати, здесь скултруперы ходят кругом. Огромная медуза. Могу всплыть, пожалуйста? Вся карта под водой, блин. Что бы это значило, вот реально? Напишите в комментариях, ребят, как вы думаете? Первая пасхалка это то, что вот. Окей, ладно. Давайте посмотрим концерт, потом поговорим. Офигеть, мы слайдим. Просто слайдим вниз. Лама. Сколько 3D эффекта. Куда меня полетели? Походу я улетел. Мы в космосе. Вот это новый трек, кстати, вот. Это новый трек. Это премьера. И вот она карта. Карта первого сезона. Ребята, внизу. Точнее, ее части. Да?
We got control of the flows and we heard that your wave went dry. We flood in the drought. Heard that your hood outside. We added some routes. We having the goods outside. Move it in and out. We letting the scouts outside. We running the scouts. Тоже очень классный трек. Особенно этот. Вот это. Пасмурно, очень нравится трек. Ну, короче, он гуляет по своему Astro World. И я так понимаю, он сейчас просто разрушится, да? Он взорвется к чертям собачьим. Все взорвалось. И бабочка, да, из пятого сезона или какой это сезон? Ивент с бабочкой, чуваки. О, куда мы летим? Мы в космосе! Давайте, ивент с кубом, пожалуйста. Верните меня. Первый сезон, я там не был. Все, окей. Ивент закончился. И мы просто приземляемся туда же. По идее, блин, было бы круто приземлиться на карту первого сезона. Уже сколько раз сказал. Ладно. В общем-то, это весь ивент. На этом, пожалуй, все. Было очень круто, ребят. Я все-таки посмотрел его до конца. От самого начала и до самого конца. Все, всем большое спасибо за просмотр. Друзья, напишите в комментариях ваши любимые ивенты Fortnite. Лично я считаю, что самые крутые ивенты, это как раз те, которые вот делали непосредственно эпики для самого Fortnite. То есть не в коллаборации с кем-то, а именно для Fortnite. То есть, ну, мне, если честно, больше всего нравится ивент с ракетой. Когда взлетала ракета в конце третьего сезона, по-моему. Или четвертого. По-моему, третьего. Я вечно путаю. Но этот ивент именно по эффектам, по эмоциям, по ощущению очень крутой. Я думаю, этот концерт покруче, чем концерт Маршмеллоу. Хотя Маршмеллоу тоже был очень классный. Ну а вы пишите в комментах, как вы считаете, что вам больше всего нравится, какой ивент в Fortnite. Также напишите, не знаю, с какого сезона вы играете, будет интересно узнать. Все, короче, всем пока, я уже заговорился. Я пошел, до свидания, увидимся в следующем видосе. Пау.